Емельяново, поселок на берегу реки Качи. Здесь я родилась и выросла. Сейчас живу в Красноярске, а на малую родину приезжаю после напряженной рабочей недели и провожу выходные с родными. Мы с мамой и братом много гуляем по поселку и очень любим приходить на конный двор. Сейчас Даша живет далеко от нас. Но каждый раз, когда мы включаем канал Енисей, она снова с нами. Мы все вместе. Очень любим и гордимся ею. В Емельяново есть свои достопримечательности. Старинная Троицкая церковь, памятники и даже метеостанция, оставшаяся еще с советских времен. Я слежу за жизнью родного поселка. Очень скучаю по этим местам. И каждая поездка в Емельяново для меня особая радость. Емельяново – мой дом, где живут мои друзья, родные и близкие. Здесь я по-настоящему счастлива.